Приветствую, доброжелатели, казахстанцы. Это видео сразу для Казахстана. Подпишитесь. Есть красная кнопка подписаться. Если вы нажмете, я буду очень рад, счастливым, буду на седьмом небе. Ставим лайк. Так, пишем в Гугле, в Яндексе, неважно. Поиск налогоплательщиков РК. Вот. Выходит, вот первый, заходим сюда. Она называется kgd.gov.kz, да. Так сказать. Заходим. Вот сюда. Так, выбираем русский язык. Если вам трудно, можно вот для... Да, что большие... А, это как дальтоником, да? Можно шрифт менять, да. Очень хорошо сделали. Да. Кстати, вопрос возник, задавайте сюда. 14. Что у нас, например, вы закрыли ИП, но не приходит уведомление, да. В телефон, кстати, так было, да. И куда-то еще. Заходим сюда. Поиск налогоплательщиков. Ждем. Да. Не надо несколько раз нажимать. Я постоянно несколько раз нажимаю. Так. Теперь пишем сюда ИИН, ваше удостоверение личности. И я не робот нажимаю. И нажимаем поиск. Давайте. Так, вот я нажал, я не робот. Так, нажал поиск. Это наименование, номер, наименование ИП, тип ИП. Дата регистрации. Вот, главное, наша вот дата снятия с учета. Да. Смотрите, я открыл, и через 5 или неделю закрылся, все равно, смотрите, обращайте внимание на дату. Да, в случае отсутствия результата поиска сведений о вашем ИИН, либо отображение некорректно, необходимо обратиться в налоговую по месту жителя с документом, подтверждающим наличие ИИН для внесения изменений в базу данных налоговых органов. Если у вас никогда не было единственного... А, ну это ладно. Да, да, давайте еще один вопрос на 14.14. Кое-какие вопросы возникнут. Вот, у меня снят, вот, открылся 12 апреля и закрыли 5 мая. Да, долго, да. Да, конечно, на все будете обращать внимание. То есть у вас не должно быть штрафа, не должно быть долга по налогам и так далее. Подпишитесь. Ставьте лайк. Я хочу, чтобы вы нажали красную кнопку подписаться и палец вверх. Благодарю.